почитать. Вместе книгу «Слоны идут в гости». Солнечным утром, тропинкой знакомой, 10 слонов зашагали из тумана. Их на обед пригласили друзья. Дружно отправилась в гости семья. Папа за мамой торопится следом, 6 ребятишек и бабушка с дедом. Все друг за дружкой строго по росту. 10 слонов. Сосчитать очень просто. 20 шагов прошагали, и вдруг бабушка встретила старых подруг. Дружат они еще с детского сада. Поговорить, разумеется, надо. Бабушка слон задержалась чуть-чуть. 9 слонов продолжали свой путь. Встретил товарищей дедушка слон. К ним на подмогу отправился он. Пальму тащили друзья из земли. 8 слонов по тропинке пошли. Первый слоненок, малюсенький самый, шел по тропинке послушно за мамой. Вдруг обезьянки зовут из ветвей. Маленький слон, догони нас скорей. Мчится слоненок за ними вдогонку. Весело стало малышке слоненку. И обезьянкам весело всем. А на тропинке слонов уже 7. Братик слоненок не мог удержаться. Очень ему захотелось купаться. Рядом водичка прохладная есть. В гости слонов отправляется 6. Пеструю бабочку, что прилетела, слоник-сестричка поймать захотела. Бабочку в джунглях непросто догнать. В гости слонов отправляется 5. Новости знают всегда попугай. К ним любопытный слоненок сбегает. Каждая новость ужасно важна. В гости шагают 4 слона. Добрый слоненок внезапно заметил, что без присмотра оставлены дети. Как потеряться могли малыши? Добрый слоненок на помощь спешит. Всех успокоит, от зноя укроет. В гости слонов отправляется 3. Группа мальчишек играла в футбол. Хочешь, слоненок, забить этот гол? Счастлив слоненок, конечно, хочу. Мчится к мальчишкам и бьет по мячу. Гол он красиво забил головой. В гости слонов отправляется 2. Спелые с пальмы свисают бананы. Папа подумал, я завтракал рано. Пара бананов мне срочно нужна. Мама отправилась в гости одна. Встретили маму друзья на пороге. Что приключилось? Спросили в тревоге. Где же ваш папа, бабуля и дед? Мы приглашали вас всех на обед. Где, наконец, ваши чудные дети? Где они все? Поскорее ответьте. Мамочка слон обернулась. И что же? Нет никого. Быть такого не может. Как я могла оказаться одна? Я непременно найти их должна. Мама с друзьями слонами простилась. К дому обратно бегом припустилась. Папа нашелся под пальмой. Ура! Всюду банановая кожура. Мама на папу глядит очень строго. Мой дорогой подкрепился немного. Ну а теперь поскорее пойдем. К дому слоны зашагали вдвоем. Вот футболист подбегает усталый. Мама ругать футболиста не стала. Просто сказала, сыночек, идем. К дому слоны зашагали втроем. Вскоре нашелся и добрый слоненок. Встретил родителей каждый ребенок. Помощь слоненка теперь не нужна. К дому шагают 4 слона. Третий слоненок соскучился скоро. У попугаев свои разговоры. Хватит надолго ему новостей. Мамочка, папа и 3 детей к дому шагают уже впятером. Где же остальные? Их тоже найдем. Пестрая бабочка вдаль улетела. Девочка-слоник заплакать хотела. Где мои братья? Где мама моя? Тут на тропе показалась семья. Слоники дружно дорогой знакомы. Все вшестером направляются к дому. 5-й слоненок давно искупался, вылез на сушу, слегка испугался, но через миг, повстречавшись с родными, мокрый, счастливый, шагает за ними. Слушаться маму полезнее всем, а на тропинке слонов уже 7. Спят обезьянки под пальмой густой, рядышком с ними слоненок 6. 8 слонов по тропинке прямой топают дружно, скорей домой. Дедушка слон попрощался с друзьями. Мы хорошо поработали с вами.
Вас ни за что не покинул бы я. Но у меня, извините, семья. Что они будут без дедушки делать? Топают к дому, слонов уже 9. Где же бабуля? А вот и она. Бабушка несколько удивлена. Не понимаю, куда вы пропали? Или забыли? Друзья нас позвали. Разве нам в гости идти не пора? Кажется, мы собирались с утра. Мама слониха вздохнула устало. Я там сегодня уже побывала, но, к сожалению, была там без вас. После искала вас всех целый час. Бабушка слон разобиделась жутко. Видимо, это нелепая шутка. Я поболтала всего 5 минут. В гости скорее друзья уже ждут. Снова мы вместе, это прекрасно. Гости идти вы со мною согласны? 9 слонов головами кивнули, дружно за бабушкой вслед повернули. В гости все вместе решили идти. Доброго им пожелаем пути. В гости отправились 10 слонов.